Очередной таможенник погорел на взятке, на этот раз во Львове. Интересно, что начальник таможенного поста Западный деньги не брал, он их передавал. $1300 и 1500 гривен он предложил сотруднику управления внутренней безопасности. Деньги должны были стать гарантией того, что никто не будет вмешиваться в работу его подразделения. В прокуратуре имя подозреваемого не называют, но на сайте фискальной службы сообщается, что начальником таможенного поста Западный является Олег Чекалкин. Намагався підкупити працівника внутрішньої безпеки, але це не вийшло. Заниження митних платежів, відповідно за це особи, які завозять транспортні засоби або комерційні вантажі, ту різницю, частину тої різниці сплачують працівника митниці.